я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя. Здравствуйте! И сегодня ровно 20 дней нам остается до встречи Нового года. И мы открываем с вами адвент-календарь чая Гринфилд. Ну что, сегодня мы будем с вами открывать окошечко под номером 5. Вот оно. Вот оно, наше замечательное пятое окошечко. Ой, что-то там такое интересненькое. Что-то там такое виднеется, красненькое я вижу. Так, сейчас мы его откроем. Так, чтобы найти новый путь, нужно сойти со старой дороги. Полностью согласна. Это точно. Чтобы начать что-то новое, надо, возможно, избавиться от чего-то старого. Здравствуйте! Ну что, сегодня мукбанг, и будем пить чаёк. Сегодня вот такой гринфилд, да? Вот такой гринфилд из пятого окошка. Так, значит, господи, а тут вот интересно, да, то было надписи сверху, снизу, а тут по-другому. Сейчас я буду читать опять. Папа мне обещал дать лупу. На этих пакетах очень плохо видно. Но папа ушел. Так, великолепная сладость спелой малины смягчает характерную кислинку гибискуса. Угу. Наполняя летней свежестью композицию Greenfield Hot Raspberry. У меня такой английский, ребята. Закачаться можно. Так, острая пряность имбиря вносит легкую пикантную ноту в насыщенный согревающий вкус фруктового напитка. Не содержит кофеина, прекрасно освежает и утоляет жажду. Можно употреблять охлажденным. О! Вот такой вот чаек, смотрите, да? Охлажденным. То есть можно летом пить его. Как англичане пьют. Да, они да пьют только, не только чай. Англичане пьют холодные чаи. Англичане особенно любят чай. У них же чай. Чай с пончиками, чай. Еще чай с батончиками. Смотрите. Пакетик красный, чай, соответственно, тоже красный, да? Такой розовый. Хо-хо. Ну вот, сегодня уже совсем другое настроение. Новый год все ближе. М? И пакетик нам красный положили. Красочное. Эх. Так, а буду есть я сегодня эклер. А, эклер фабрики Черемушки. Нет, тебе не дам. И не проси эклеров, не надо. Эклер. Вот. Так, смотрите. Ну, такой он красный, он все краснее и краснее. Новогодний чай, ребята. А в этом стакане-то вообще как классно смотрится. Ой, ну мне нравится. Ну вот это мне нравится. Сейчас я буду тебя пробовать, чай. Что там, малина с гибискусом, да, было? Да. Гибискус. Таран-тан-тан. Пакетик крутится, я пою. Это не такой чай, как мы с Колькой. Нет, это другой. Да. Это другой. Вроде другой. Но тут единственное, что нарисовано. Тут елочки, иголочки какие. Но пакетик вроде бы другой. Да, пакетик точно другой. Ну, думаешь, у тебя такой же? Сейчас мы сравним, сходим. У меня, кстати, между прочим, чайник сегодня не вот такой прям 100 градусов, да, потому что это, в прошлые разы я пробовала очень горячий чай. Я решила, да, обожгла язык, чтобы мне сегодня уже не обжигаться. Я буду пить чай. Фея зажигает. Фея зажигает, да. Она на тебя смотрит. Скажи маме, скажи своей дочери, чтобы она дала мне эклер.
Так, ну что, пьем чай. Ну, слушай, это так кислый чай. Думаешь, это такой же, как у тебя? Да. Тоже там малина и гибискус? Не знаю. Аль момент, сейчас я сравню. Это summer букет, да? То есть да, это... а это другой чай. Это другой чай. Это не то, что мы подумали. А это гибискус с малиной. Но там, где присутствует малина, все равно там кислинка. Да, но он там называется, горячая типа малина, да, переводится. Да. В общем, он кисленький, кисленький. Зато мне будет удобно эклерчик запивать. Да. Ну, я думаю, что если он будет холодненький, вообще прям будет, о, будет прям красота. Летний чай. Вот, мы когда в Хорватии были, я такая пошла, купила черный чай. Я думаю, а он не идет. Он такой невкусный там какой-то. И там в основном у них травяные и ягодные чаи. И там это пилось хорошо. А сюда приехала, тот же чай привезла из Хорватии. А он не идет. Думаешь, фу, какая гадость, как я его там пила. Наверное, там были горы, воздух, море. И все было по-другому. Певица? Ну, прям певица. Больших и малых театров. У нас вроде кнопка была певица. Кнопка, да, она как-то под флейту подвывает иногда. Где кнопка? Так. Я еще эклеры обожаю. Прям классные. Очень. Они легкие такие. Легкие. Думаешь, не полнят они, да? Ну, посидишь на диете. Фигушки. Мама балдеет. Мама балдеет. Мама любит эклер. Новый год все ближе. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, значит, я доедаю эклер, да? Доедаю я эклер. Ну что, хорошо. Вот, так что, вкусняшка. Вкусняшка. Да, жуткая вкуснота. Мне кажется, я до Нового года сейчас чаю-то напьюсь с вами. Да. И на Новый год мы, если сделаем торт, то я его есть уже не буду. Что-то у тебя планы какие-то там, и торт. Поедим мандаринчиков. Да. Шампанское. Не, давай. Салатиками догонимся, я думаю. Мы шутим, конечно. Да, мы шутим, да. Так не получится, я так каждый год говорила. А вот, кстати, вот интересно, вот вы как стол на Новый год? Я так накрываю так, чтобы все ломилось, а чтобы потом осталось, и чтобы 3 дня доедать. Ну, 2 хотя бы, чтобы хватило. А вы как? Скромненько или нет? Или с размахом? Все. Так что будем с вами прощаться. Всем вам хорошего настроения. Пейте красный чай новогодний, да? Новогодний красный чай. Мне нравится. Прям так красиво. За ваше здоровье. Все. Пока. Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне. Не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя.